Саран-саран, с вами Ариран. Доброе утро, ребята. Приятного аппетита всем, кто завтракает. И в данный момент времени, я не знаю, как так получается, у меня слишком много видосиков Try Not To Wow Challenge накопилось. Потому что сегодня такой же видос, ну типа такой же тематики, но по BTS. Funny moments. Ребята, как обычно, я не буду пытаться не смеяться. Да, я собираюсь здесь, чтобы поржать. И вам того же желаю. Если хотите, можете соблюдать челлендж. Ссылочку на оригинал видео я, как обычно, оставлю для вас в описании. И, конечно же, настраивайтесь. Потреблять позитив, хорошее настроение. Ну, потому что, да, целый день впереди. Но если вы смотрите не утром, не важно, все равно, да? Жизнь, она такая штука. Нужно ловить кайф от хороших моментов. Поехали. А, брызгает, брызгает. Это ж, если я не ошибаюсь, Bon Voyage, да? Но это я еще видела. Где я видеть это могла, если ты на Вилайф Плюс выходила? Может, значит, не целиком я видела? Не знаю, ребята, берите попиться. Я с чаем. Аки, дети малые. Кстати, между прочим, вот так на камнях и рядом с водой стоять очень опасно, потому что одно дело, что можешь шлепнуться, а другое дело, что еще и голову можешь разбить. Господи, я такой тормоз, как жираф, короче. Че я вот сейчас за вас жирафов оскорбила? Что там про сахар? Крут, конечно, крут, крут, крут. Вау! Боже, мне кажется, это была самая крутая хореография во всем репертуаре BTS. Почему нет? У нас тоже была такая ваша шутка, Танюшки, мы ему попасть. Вот Ирина на годик. Помимо всякого прочего. Хвостик такой. Все, все покатались. Посмотрите, как эта собака похожа на настоящую. Только освободилась выше, чем двух сразу. У. Там это кисло, наверное. А, им нужно свистнуть. Там кисло или остро? Только хвалила я вот эти костюмы бантаны, говорила, что мне нравится у Чимина из этой линейки костюм. Штупся. Я обожаю, когда Юнги такой. А че на? А Чонгукши. Я постоянно, когда это происходит, повторяю Чонгукши за Чимином. Вау, вау! Это просто матрица в реальной жизни, ребята. Там рыженький лисенок, здесь лягушонок. Очень крикливый лягушонок. Кринж, короче, он завел кринж. Я недавно пересматривала с подружкой свою теорию на DNA. Кто не видел? Кстати, в конце видео кое-что скажу. Если не забуду. Вот это реакция. Главное, с каким лицом. И да, мне вот эта прическа у Хосока из всех R нравится больше всего. Хотя я и к короткостриженному блондину к такому привыкла уже, вот, ну, присмотрелась, мне тоже же нравится. Правда, сейчас уже отросли волосы. Господи, я помню этот выпуск, да залазь ты, давай уже! Это огонь в груди. А, он этот, Iron Man, да, или у кого там лампа была в груди? Опять, посмотрите, какой Хосок хорошенький был. Я перемотала, если бы я с экрана писала. Еще раз посмотрела. Я так и знала, что сейчас будет идти и ржать. А это был Чимин, я бы не сразу
да. В этой шапочке, в таком прикиде, знаете, как аджоши какой-то. А хосок такой бой. И тут тоже хосок бой. А мы любим итальяне. Я когда делала видео, создавала по BTS, вот это, вот то, которое большое у меня вышло. Короче, там, где на кастинге JYP Хосок дурачился, я смотрела и думала, блин, это было еще до Бантана, он уже такой родной там был. Ну, есть сейчас. Я потрогала, что ты не Ой, посмотрите, мы еще так сделали, вот тут румяна на щечках. Он, знаете, как мальчик фермер. Почему у меня такая ассоциация? Короче, это разряд на звуки Джина, Сакджина. Ой, он туда на. Манки. Обезьянка, обезьянка. 자, 원숭이 형님, 원숭이 형님입니다. 잘한다. 아, 야, 잘하는데? 역시 태형이야. 수련은 어때? 약간 유럽인 것 같아? 아니, 너랑 같이 있으니까 짜증나. 갈까? 벤치로? 가. 아, 그래. как я люблю субтитры шлёпс. На сумку и на спину, Юнги! Мыска такая у Чунгука, как будто... Что я опять уже сделал? Где я опять нашкодил? А у Чиминки такой булочка с такой претензией. Но я уже сделал. Блин, я сейчас расплачусь. Зачем вы сюда вставляете кадры с Хваян Йонхва? Я так люблю эту эру. Она у меня максимально плотно ассоциируется с мелкими бантанами, которые только восходили. Боже, какой красавчик. Про что я там говорила? Все забыла. Все забыла. Как вспомнить, как вспомнить. Боже, я так люблю эту песню. Это они вчетвером исполняют. Это плохо называется. Попа, у меня все с названием. Как приятно видеть мальчишек бодрыми и веселыми во время концертов за кулисами. Мимасик. Ходячий мимасик. О, ой, ненавижу планку, терпеть не могу. Удобно там, да? Господи. Люди, кто любит планку делать? Терпеть не могу. Это мое, наверное, самое нелюбимое из всего, что можно только... А, ну ладно, я еще не гнучая. Но если из силовых упражнений, считается планка силовым упражнением? Передача. У Хосока иногда бывает такая манерность в танцах, просто неподражаемая. Ой, испугался? Это было специально... А, ну да, они же там падают по клипу. Я уже хотела сказать, упали! А, они же специально грохнулись. Ай, я получила поклип. Так, тут у нас, видимо, авторские права были кусочком. Почему я пропустила этот бэкстейдж? Ну, в смысле, мейкинг. Г. Бехха. Ой, все, короче. Наши белые лебеди, да? А, недавно только было. А, все, я поняла. Это тут просто у этого автора так ролики заканчиваются. Хотя сказать, недавно же мы видели эти кадры. Они тоже вот так были в конце. И они ознаменовали нам конец ролика. Так, что самое прикольное было? Дайте подумаю.
Мне, знаете, вообще показалось, что этот ролик был прикольный весь. Много было всякого смешного. И более того, это может быть, потому что у меня настроение такое хорошее. Фиг его знает. Что-то я хотела сказать. Да то, что я стала замечать, что в комментариях здесь на Ariran Plus многие приходят и такие: «О, Ари, ты вернулась на YouTube», или «Ух ты, давно не было твоих роликов в рекомендациях», или ну что-нибудь типа: «Ари, что ты там думаешь про ситуацию с Суджином», или какие-то другие новости, при том, что эти комментарии появляются в тот же день, когда у меня накануне выходят, например, новости, где я об этом рассказываю. Поэтому я поняла, что многие, кто смотрел этот канал раньше, а он где-то на полгодика прерывался, просто даже не в курсе, что все это время я была на YouTube, и у меня работает канал Аритюб, и там мы с вами обсуждаем всякое разное, реакции выходят только здесь. Я, наверное, ссылочку оставлю в описании, но ссылочки и на Ariran, и на Аритюб есть в разделе каналы, на всех моих каналах есть ссылочки на мои каналы, всего у меня их 3, в ныне работающих 2, и основная тусовка как раз таки происходит на Аритюб, поэтому, зайки, если вдруг вы думаете, что меня так долго не было, была я. И там уже на том канале вышло несколько значимых, ну как для меня, роликов, в которые я вложила много души и получила огромнейший отклик в виде комментариев о том, что люди действительно узнают что-то новое, даже олды или олды, да, в кей-попе узнают какие-то новые факты. Более того, я считаю себя, да, тоже уже таким кей-попером дряхлым. Когда работаю над этими роликами, я имею в виду всякие разные из разряда истории, да, я нахожу для себя новую информацию, и то, что меня увлекает, то, естественно, свои ролики я добавляю. Поэтому, если вы вдруг меня потеряли или пропустили, переходите по ссылочке, встретимся на Ritube. А здесь мы с вами встречаемся, стараемся каждый день встречаться утречком во время завтрака, для того, чтобы зарядиться позитивом по большей мере. И да, все по сути. Продолжайте мне присылать видео, которые вы хотите вместе со мной посмотреть, ссылочки бросайте прямо здесь в комментариях, вот типа такого, да, либо про других артистов. Пришлите мне, пожалуйста, жду по 17 ролик какой-то, чтобы не было субтитров английских и русских тоже, ребята. Я не смотрю русскоязычные блоги по кей-поп в рамках реакции, но очень хочу, чтобы максимально что-то смешное было. Вот душа просит, потому что я один ролик по 17-шкам сняла, вот тоже реакцию, и не опубликовала, ибо сидела весь ролик с кривым лицом и причитала. Не буду же я вам портить настроение с утра, ну, буду, по крайней мере, стараться этого не делать, а наоборот, поднимать. Все, мои хорошие, мы с BTS вас отпускаем. Вернее, они нас никогда, наверное, не отпустят и не попустят. Ну, что делать? Встретимся завтра на этом же месте, а на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ariran. Люблю вас, целую. Пока-пока.